Так, всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Каспер Инмейт, и мы по-прежнему смотрим Маус Спортс против Зенит. Матч под номером 2, карта, точнее, под номером 2. Первый только матч, по сути. Видимо, составы Black, Синдерен, Фата, Пас и Койква за Маус Спортс и Зенит, Айс, 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 Фридом, XY, Яматех и Айс. Ты заметил, что опять не сделали сверху счет? Да, кстати... Серии нету, я напишу обязательно админам, чтобы они проставляли серию. Не очень выглядит. Да. Типа International, все дела. Если кто не знает, то счет 1-0 в пользу Маус Спортс. Да, счет по картам 1-0 в пользу Маус. Это Best of 2 серия, то есть либо ничья, либо победа Маус сейчас будет. Да, и опять же почему-то Outworld Devourer банят вторую игру подряд. То есть ребята что-то знают. Ну, это то же самое, что и Разор, который сейчас отъезжает постоянно, но непонятно его почему. Никто не пикает, да, но все его банят. Да, то есть да, в да. чем проблема, пока не ясно. Выжидаем. Все, надеемся его увидеть в пиках, потому что прошлая игра уже была с парой сюрпризов. У нас появился Блудсикер, у нас появился Бон Флетчер. Ну, Бон Флетчер мы еще вчера видели, но да, вот Блудсикер был действительно сильным таким... Небольшим таким шоком, может быть, даже. Да запали. Они забанили Разора. Опять Разор? Почему? Я ничего не понимаю. Ладно. Понимаешь, не мы там сидим, хотя мы там будем сидеть. Они просто все скооперировались и решили, что самым банящимся героем будет Разор во время всего ивента, и все команды просто тратят один бан на Разора. Кстати, да, я вот даже не помню, кого я ставил самым банящимся, вот мне чисто интересно, я сам уже забыл, если у меня сейчас компендиум починился. Не крашнулся опять? У тебя, нет. Совсем поехало. Да, дота, короче, друзья, висит, поэтому... Не, начали играть уже хорошо. Да, не хочет. Да, у Инмейта тоже нифига профиля не показывает. Ладно. Что-то там наоткрывало 50 тысяч страниц профилей. Но моих, твой не хочет. Да, мой по-прежнему не хочет. Ай, ладно. Да. Ну, Дота, в общем, подлагивает, прямо скажем, потому что сейчас очень много людей смотрит матчи в Дота ТВ. И если вот сейчас посмотреть, вот, да, я тоже то хотел вот у нас посмотреть. 12 тысяч на нашем матче, который только начался, 22, да. против MUFC 84 тысячи. И на тот Винсер против Нати, гейм 2, я понимаю, это 22 тысячи зрителей. Ну, там, я думаю, сейчас быстро народ набьется в матч Нави, потому что игры заканчивались, вот, ну, начинались в разное только, время. Да, все они вот... Заканчивалась, дотка упала, дотка вернулась. И визаж фёрст пиком уезжает на команде Маус Спортс.
да, в той игре он уже был, и даже не оформлял, он вынес нереальное количество артефактов, был, наверное, самым полезным на всей карте. И снова алхимика зенитов. Как бы те же грабли. Мне кажется, что мы сейчас видим практически те же пики, что были и в прошлый раз. Команды, мне кажется, не станут ничего придумать, просто попытаются просто лучше исполнить. Переиграю, да. Вы нам, мы нам. Может, просто не хотят что-то палить? Как бы все равно групповой этап — это групповой этап, как ни крути. И все команды выходят. Вот да, и то есть здесь есть право на ошибку, есть право на что-то попробовать, что-то поделать, даже вот в таких вот уже играх. И да, ну, вот самые такие плотные задумочки начнутся вот с первой игры лузеров, первой игры виннеров. Да, да, вот сейчас как раз показываю группы нашим зрителям, и все команды, друзья, проходят стадию плей-офф. Просто верхние 4 команды проходят в сетку виннеров, а нижние 4 команды падают в лузера. И шансов у них на победу становится все меньше и меньше, потому что там одну игру проиграл и отправляешься домой. То есть это уже не очень приятно. Ну, группа без призовых, собственно. Если ты выходишь в виннера, то ты почти что в призах. Да, да. Надо выиграть. Так, а тут у нас Лайфстиллер вторым пиком, второй керри. Вот сразу они опять же показывают, кем они будут играть, кем будут тащить игру. И сделает ли Mousesports выводы, чего вчера не сделал Габлак? Вот в чем дело. Вот пожалуйста, ли... все, что тебе надо сделать, это вот сейчас вот... взять такого героя, который сможет играть алхимики и лайфстиллера. Там тот же Бейн, тот же Бистмастер сейчас будет да, очень неплохо подходить. Конечно же, да. То есть и сейчас, опять же, мне очень любопытно, что именно сделает Ноуза, потому что вчера при пике Вивера и кого еще там, кто там у них еще бегает? Хаус Найта. А, Вивер и Хаус Найт, реально против этих героев не было взято абсолютно ничего. Ничего, там про стан Мегаблак вообще, мне кажется, не слышал. Да, да, потому что две игры, которые проиграла команда Quantic вчера, они как раз были слиты, причем слиты просто только из-за того, что не было возможности зацепить. Тут мы сейчас видим, есть уже пак. Пак у нас уже был хорошо, в прошлой да, игре, да, кажется, тоже. При всяких керри-героев хорошо и зайдет Джиггернаут с своим ультом. Кстати, да, который, по сути, неуязвим. Ну, как бы, да, ты просто, то есть ты их бьешь, тебя не бьют. Со временем это выльется в простую смерть для одного из вражеских героев. Да, да, видели мы таких Джиггернаутов, которые там огоним вторым айтемом собирают, и потом 12 прыжочков пошло-поехало. То есть ты реально ему ничего не можешь сделать, по тебе прыгает эта чешуйня, и надо действительно предпринимать какие-то меры, а ничего ты реально предпринять тут не хотя можешь. Хотя бы тот же Лайфстиллер, он еще там в крипа может залезть как-то, а алхимику просто некуда скрыться, некуда убежать. И снова банится Чен, и опять же Mousesports. Так, и Дарк Сир улетает от Зенит. Пошла у нас вторая стадия банов. Еще по одному надо сделать командам. И как бы Синдерен вот радует нас, он вообще обычно недолго думает. И поэтому пики происходят реально быстро, относительно вот даже вчерашних игр. Так, что у нас тут есть? Я пока быстренько прочекаю. Разные ресурсы. Да, друзья, пишите по хэштегу TI3.ru, и мы будем читать иногда в Твиттере ваши какие-то предложения, интересные вопросы. Интересные заметки, да. Вдруг что-то у вас там появляется. Прошу прощения, мы воспользовались перерывчиком, быстренько перекуснули, так что мы теперь вообще бодры, свежи. На самом деле я сегодня отлично выспался, поэтому, друзья, сегодня я не буду храпеть в микрофон, как это было вчера. Инмейт не будет спать две серии карт, как он тоже это делал вчера. Ну, вчера этот один на один-то, вот я не знаю, ну, один на один, ну, даже я уснул, понимаешь? Вот один на один, это было настолько эпично. Пришел Вилат, сказал, что это за фигня, почему мышка не двигается? Ну, и типа понятно, почему не двигается, потому что игра настолько зрелищная была, что... Ну, Дэнди правильно сегодня заметил, что просто кто-то редко нетерпило. И, собственно, вот в этом вся проблема. Потому что если играть вот на «Пойдем подеремся» на шоу, все было бы, конечно, замечательно. Да, да, да. По-моему, некоторым китайским, сингапурским и прочим игрокам это не объяснили. Из-за этого у нас были игры по 38 минут, по полчаса и так далее. Да, и это все один на один. То есть даже ну, посмотреть некуда, там не лес нельзя фармить, ничего. То есть только мид, только хардкор. В общем говоря, мы недовольны, но, к счастью, или не к несчастью, я не знаю, продолжение 1-1 мы с вами не увидим, поскольку постольку будем в самолете во время того, как они будут доигрывать. Это будет происходить 6-го после матчей. Последних групповых. Вот друзья пишут, мол, типа, пишите, да, результаты матчей и так далее. Мы постоянно освещаем это, скажем так, там в соцсетях, в Твиттере. И, кстати, сайт dota2.com. Это то, что вам надо. Если у вас нет возможности смотреть трансляцию, например, там есть такой небольшой
фича, я не знаю, такая небольшая, которая в виде лайв-таблицы, которая в живом режиме обновляется, да, обновляется там ГПМ, показывается там опт в минуту, фраги, да-да-да, основная информация по всем героям. Она... И передвижение героев примерное. Да-да-да, то есть прикольная есть такая тема, так что заходите на... Даже с мобильного телефона вполне можно это чекать, смотреть. Да-да-да, есть такая тема, в общем, проверяйте, смотрите, проверяйте, и будет проверяйте. Вам счастье. На деревьях. Так, и у нас уехала темпларочка от Mousesports и Нюкс Ассасин от Зенита. И поехали у нас. Кстати, мы совсем забыли про Nature's Prophet. Это один из сильнейших героев Койквы. Ну, кстати, вот уже появляется такая полуглобал страта, не знаю, как назвать. Ну, мобильная страта, лучше так будет сказать, потому что пак, Фурион, вот эти вот птички-визажа, они просто могут накалять по всей карте. Ну, я вот смотрю сейчас на статистику именно команды Mousesports, вижу, что действительно Favorite Heroes у них есть... Фурион, пак у них тоже где-то там есть, на самом деле, пак у них очень часто заезжал, ну и, конечно, в Most Successful Heroes, может быть, он и не попал в топ-5, этот Фурион, но он тоже рядом там, у них тоже очень неплохой винрейт с этими героями. И также мне вот очень любопытно было посмотреть на стату команды Зенит, на их любимых, например, героев, что у нас там есть у них. Shadow Demon, вот, которого мы сейчас видим. Причем это, наверное, единственная команда, которая редко умирает на этом Shadow Demon. Потому что самое большое количество смертей на проиграх, в течение проигр, это у Shadow Demon. Да, там и... котел, Shadow Demon, вот эти товарищи, они чаще всего... Смотри, что они делают. Третий. Мужицкий милишный, пик. Третий милишный, такой полукири-герой. А ты знаешь, вот против милишников, я слышал, неплохо Дарксир заезжают. Такой, ну а в плане керри, там Вайпер, я слышал, тоже неплохо может нарезать. Вайпер еще такой, то есть если противник может до тебя добежать, то Вайпер уже так себе смотрится. Но тут-то добегать пока неким. В смысле, просто вот заходит, что демон, прячет твоего Вайпера. И когда Вайпер выходит, здравствуйте, но... уже улыбается. Но Маузата будут... во все свои 44 зуба. Будут атаковать, скорее всего, потому что там есть пак. Просто так они такие сейчас уже жесткие ПХП, Алхимик в ульте, Dragon Knight, Lifestealer. У них будет очень много жизней. Скорее всего, кто-то соберет какую-то кирасу, то есть много армора будет. И ну, реально, мужицкий пик. Пробивать их будет тяжело, вот Рубиком, Паком, Фарионом. Ну, как раз вот, может быть, спеллами в начале и в середине игры будет очень удобно пробивать, потому что магического резиста как раз будет не так много, ну, и тот же быть, ДК. Но если игра затянется, да, то будет вообще беда. Вариантов, это реально, вот проблема будет очень серьезная вот, в суперлейте. Идеальный пик сейчас, мне кажется, будет какой-то Раста, который просто будет ставить змейки, за счет которых они мечты 15-20 смогут пойти и закончить игру, зайти на хайграунд. Потому что их будет просто невозможно убить. С птицами, со змеями, да, то есть там и скиллами ничем ты их убить не можешь. Да и скиллов там осталось-то. Shadow Poison, да, Breath Fire. Это ж разве скиллы? Да. Но на самом деле Мауза действительно могут постараться завершить эту игру как можно быстрее, и мне кажется, это в их интересах, потому что отпушивать тут... ну, есть тучка у Алхимика, но она будет там замакшенная на 7 уровне, да, ок. До 7 уровня тоже можно еще пару вышек хотя бы постараться сбрить, там какая-то мека появится. В плане пуша у команды Маус действительно есть неплохая такая потенциальная возможность это осуществить. Пинки, Фейтболт, Арба, Энчантрес. Вот глупо. Вот лично мое мнение глупо. Получается, вообще скиллов просто нету. Иди додерись с ними прямо с первой секунды. И главное, есть чем. Идешь в хард, выигрываешь. Идешь в изи, выигрываешь. Идешь в центр, выигрываешь. Нечем стоять. То есть даже можно... лишний раз ботл не обузить, потому что вас Максимус Брэсфайра может пробить этот ДК в центре, и то как бы пак это все может заэвейдить. Фат, я думаю, смогет, сумеет, покажет. И ласт пик сейчас доедет, я думаю, какой-то фармил для Блэка. Вот будет ли он стандартным? Или все-таки нас удивят каким-то Бристлбэком? Сейчас не может быть, Некрола это возьмут. Ну, Некроли тут вроде неплох, но опять же, не будет кем убивать. Геракоптер. Вот, геракоптер. Вайнот, 5 рейнджевиков. Нормально. Против, заходит. Да, 3 милишников. Да, но милишники очень жесткие. Куча дизейблов, куча замедлений, какие-то вот пак опять же центрирует противника. Самое главное то, что кулдаун пробивает под всеми вещами в плане не демеджа, а в плане именно замедления. Да, 50% слоу на весь лайн против 3 милишников. По такому пику они могут просто встать в одну точку, и себя деревьями закрыть и обороняться из-за леса. Ну, может быть, что-то такое мы сейчас увидим. В общем, друзья, в любом случае, Mousesports против Зенит. Игра под номером 2, счет 1 в пользу Маус.
Поехали. Вот тут парень скинул статистику, что 223 тысячи человек смотрят стримы через... просто смотрят стримы, да, 172 тысячи, при этом еще в Dota TV. Итого 400 тысяч человек, товарищ. Ну, вчера было уже 400 тысяч, отметка, и... Так, только начало дня еще, вот только 9 потерь. Ну, самые сочные матчи еще впереди, конечно же. То есть там был вот матч на Fnatic, он сейчас вроде как идет. Конечно, да, любопытно. Но дальше у нас будут... Вот следующая игра у нас, это Альянс LGD International. Вау, просто будет. Я планирую отнять у Вилата всех его зрителей, потому что сравнили, конечно, его линейку матчей и нашу. Да, потом опять же, потом Mouse Na'Vi, потом Alliance Invictus Gaming. То есть вот у нас реально следующие три матча, это просто... Это must see и без вариантов каких-либо. Так... Все, погнали. Да, что-то ругались команды по поводу пинга. Да, потому что играют они сейчас не на локальном сервере, а находятся они в конференц-зале вроде бы гостиницы, где да, все это так, дело так проходит. И поэтому, да, там, может быть, есть какие-то небольшие траблы с пингом, но LAN будет проходить прямо вот на серверах. То есть вот они будут сидеть, у них там через 2-3 стенки будут стоять отдельные сервера. Отдельные выделенные сервера, на которых будет проходить весь турнир, плей-офф, я имею в виду. Так, смотрю, тут, да, опять же, начинаются обсуждения того, что очень много людей смотрит. Хорошо, хорошо, это очень классно, International развивается, Dota развивается. Что можно еще добавить? Можно добавить то, что командам остается нас только порадовать зрелищной игрой. И они вообще это делают. Раз за разом продолжают что-то придумать, что-то показывать. И самое главное, что игры смотреть интересно, не это вот этого терпильства, как вот Лишрак Лич. Да, вот тут... Как раз я сейчас у себя в Твиттере закину Dota Mobile, вот это приложение, которое тоже показывает интересную стату по некоторым играм. Все, погнали. Да, и весь плей-офф будет проходить последовательно. То есть ни одного матча плей-офф, друзья, вы не пропустите. Если сейчас вам приходится как-то напрягаться, смотреть там несколько стримов одновременно, то весь плей-офф будет просто... Без перерыва. Да, без перерыва. Для вас будут комментировать все те же люди, которые и сейчас это делают только на разных трансляциях. У нас будет там 2-3 комплекта комментаторов на все матчи. Нас там будут как-то менять, пересаживать. С утра проснулись, просто раскинули камень-ножницы бумага, кто идет в ночную, кто в дневную. Да, кто в дневную там и так далее. А кто идет на бейсбол? Это все будет у нас начинаться 7 числа. Как обычно, время там пример такой же, как сейчас, где-то часов 6-7 вечера, ну, я да, точно да, не помню. Это вот здесь будет 6-7 вечера. Тут 6-7 вечера. А мы будем с 9 утра засядем. Ну, я уже на самом деле достаточно неплохо адаптировался под данный график, поэтому я практически уверен, что мы будем себя отлично чувствовать. Я с тобой более, поговорю что еще через 8. Окей. Когда ты я свеж и бодр. Слюнявить клавиатуру. Храпеть на эскейп. Ничего страшного, послюнявим. Слюнявчик тебе надо будет подарить, вот точняк. Так, ну и пока что опять же у нас пауза, что-то лагает. Ну что-то с пингом, да. Да, да, да. Dota 2 топ падает, конечно. Недочеты пока есть, но вот это первый день, тут такой он тестовый все-таки считается. Конечно, конечно. Ну вот мы пока почитаем какие-то, не знаю, вопросики, которые нам пишут в чате на Твиче. Хотя бы что-то, чтобы разнообразить эту паузу. Спрашивают, Bot2 это как? Ну просто играется две карты, то есть тут может быть ничья, может быть победа 2-0. Каждая карта идет на вес золота, скажем так, потому что можно выиграть один матч. Набрать 14 очков за турнир, вот этот, за, за групповую этап. Стадию, да, да, да. Да, и поэтому, вот, например, сейчас у Mouse Sports есть одно очко, а Зениты могут получить теперь максимум 13, потому что у них уже есть одно поражение. И просто играется ПВ2 с каждой из команд, либо 1-0, либо 1-1. Ну, либо 2-0, либо 1-1. На самом деле, вот та же победа, например, Fnatic над Na'Vi на первой карте, она уже тоже вносит некую изюминку в эту группу, потому что вот каждая отжатая карта не фаворитами, она уже понижает значительно шансы тех самых фаворитов на выход из группы в верхнюю часть турнирной таблицы. Да-да-да. Так, и по поводу всех вот этих, знаешь, ставок на шмотки. Да, рарочки при ничье будут возвращаться. Поэтому можете...
не ставить вообще. Может, и, наверное, и не ставить, да, потому что подозревается, что много будет этих ничей. Ничьих. Так, ну что, пока еще паузу у нас не отжали. Ну, это такое. Каковы шансы победы «Зенит» с таким пиком? 50 на 50. На самом деле, если они дотерпят, они выиграют. Не дотерпят, не выиграют. Не дотерпят, не выиграют. Сейчас в большей степени все зависит от Маус. И как Инча с Шадудевином побегают в первые, ну сколько тут, минут, наверное, 7. Потому что потом ребята просто могут собраться и пойти валить. Вот лично мое мнение, я пока не знаю, кто куда пошел, потому что они все отправились в хард. Но какой-нибудь Ластилер останется вот в стиле Бракса соло хард. Да, может быть. ДК в центре и фармящий айс-айс-айс. И два, собственно, саппорта. То ли вражеский лес займут, то ли свой лес. Пока кстати, непонятно. Я думаю, вражеский лес они могут попытаться занять. Могут, потому что там, скорее всего, будет Рубик, Визаж и Герокоптер. И если хорошие крипы, а Инча может на первом уровне взять сразу двух, то подраться в свою пользу. А если они выигрывают лайн, хард, то потом Ластилер хард развалит. Так, ну и... Кстати, вот отличный вопрос, почему Омника не пикает против вот героев, которые есть у Зенита? Только да, physical damage? Кстати, да, реально, почему не пикнули того же Омника? Потому что они добрали уже героев, которые хорошо стоят лайны. Ну, например, вот вместо Рубика, мне кажется... Формящего Омникнайта, это не... Ну, просто мне кажется, вместо Рубика тут реально бы Омник неплохо смотрелся, потому что Рубик воровать тут, ну, ему нечего воровать. Так... И то не только же из-за воровства берут, это тот же самый AOE Disable, молния, которая съедает атаку противника. Ну да, она съедает, знаешь, но... Ты вот, например, трипл на трипл дерешься, на первом уровне можешь высечь у них... Ну, 32 там дэмэджа, это на пятерых 150 урона. 42. Что? 42 дэмэджа. 32, уменьшение урона героев он. 14 на 3. 30 и 12. 42. Ну, это с первого левела ты имеешь в виду. На первом уровне идет рака, 32 дэмэджа, 40. Ну да, я понял. Это типа круто. Получается, что вот ты съедаешь почти весь дэмидж, который наносит Инча. У тебя с десяточки. Шапка прикольная. Ориентировочно будет бегать. Ну, какая-то она неподвижная, я не знаю. Пассивная. Так, все, говорят, что пинг хороший, отлично. Поехали. Да, и мы продолжаем. Продолжаем. Завози. Все, погнали. 3, 2, 1, ехала. Кстати, слушай. Я сегодня обратил внимание, что не было ни одной жалобы на International Hood, которая сейчас на трансляции. Ну, я просто молчу. Ну, единственная жалоба вот сидит рядом, да, ну а так... Кстати, я вот посмотрел Tempest Wing, ну, знаешь, так, не сильно хуже, чем Стайлодеровский, но все-таки... Вот этот еще абузер. Все-таки, ты посмотри, ну, он реально же классный. Это звездочка, вот эти шестереночки. Если бы она еще двигалась как-то, вообще было бы шикарно. Ну, хотя, может быть, отвлекала. Проплати. Да, да. Тут смотри, Блейк залетает. Вот сейчас кстати, вар, можно вар, поймать вар, вар, можно было поймать. Его же видят. И причем сейвить его было нечем. Успели бы его забрать. Сейчас скуточка пошла бы от алхимика. Там ну, кстати, ДК, вот сейчас смотри, угодно. Вард стоит. Он прекрасно здесь все видит. Боже, такой рейндж у этого варда, ты посмотри. А, вообще нормально. Просто, просто рейндж нереальный. Вот сюда аж достает. Это реально там полтора экрана, наверное. Так, Сентрик, который здесь ничего не палит. Заметь, есть хайграунды, которые выше, чем хайграунды. Хай-хайграунды. Хай-хайграунды. Ну как бы да. То есть тут уже идет такое 3D-моделирование. Сразу в чате. Ааа, худ фигня. Не-не-не, все, друзья, уже жалобы ребята, не принимаются. Ребята, худ говно, тут без вопросов. Все, уже жалобы не принимаются, они принимались до того, как я упомянул про худ. Сейчас уже поздно. Ладно, ты бы на пробу поставил, уходит, ребята, новый худ? Какой? Где? Ну, ты сейчас можешь в магазине поменять себе худ. Ну, я знаю. И потом появится в игре и сразу же воткнуть новый. Ну, я знаю. Не, у меня много худов на самом деле. Но... International скин на International вообще отлично выглядит. Так. Не нашли вард. Трипла, да. Ставят, но не находят. Ну, главное, крипы появляются, и ладно. Фрион, хитрец, уже повел крипов. Сейчас будет выводить тринтами себе пачку, наверное, или нет. О, не, он просто он убирает, просто идет и блочит. Просто убирает лес. Да, он реально просто идет и блочит один спаун и успевает заблочить второй. Но вообще он мог заблочить сразу три спауна. Да, если бы вот этого если пинка поставил ленился, вот да, здесь да, где-то, да, да и не второго... здесь где-то, а вот ровненько вот сюда, ну, да, да, на да. цветочек. Именно на цветочек.
что ты там ваяешь. Что я еще могу нарисовать? Я даже не буду камеру туда ставить. А что? Нормальный такой. Ну, отличный смайлик, да. Он Сквидварда напоминает мне из Спанч Боба. Так, ладно. Фармит у нас гирокоптер, это понятное дело. Фармит у нас алхимик, это тоже понятное дело. Алхимик через медальку, естественно. Кстати, алхимик, обрати внимание, кстати, на втором уровне. Как они все придумали неплохо. То есть у них получилось добла снизу и добла в лесу. То есть на Икс не отправился стоять хард, терпеть, воевать против... Он будет фармить лес, да. Да, но там теперь просто развязались руки у саппортов, и тот же визаж уже вот, добивает урс. Но в свою левел, очередь Фурион очень хорошо мешает в лесу противнику. Да, да. Вот этими блоками спауна. Очень грамотно убирает спаун. Кошква. Играет без шуток. И еще крипов себе выводит. Смотри, под тавр сейчас. С этим дринтом. Да-да-да, грамотно все делает здесь Фуриона. Ну, Койква, опять же, Койква один из самых опытных, наверное, Фурионов, хардлайнеров там и так далее. Очень часто против No Sports именно этого героя банят там чуть ли не на ФБ. Так что... Во избежание. Да, во избежание всяких неприятных инцидентов. Ну и в миде. В миде у нас Фата против Яматеха. Спокойненько. И, ну как и против Яматеха? Против Яматеха и Козы. Да-да, там еще потому вот Торнадо я вот уже смотрю, неплохо это... нарезает. Но это еще нету гарпии штормодела. Стиль облака, когда вроде бы он фармит лес, но так тебе мешает. Да. Я же говорю, это еще нету козы, не козы точнее, а гарпии штормодела, которая просто вылетает и аннигилирует мид. Она реально аннигилирует. Ты подойти не можешь, у тебя постоянно не хватает хп, она вообще, даже если ты пах, то увернуться от этой молнии ты не можешь. Максимум отмети ей анимацию за замаха. Так, ну и Фата. Фата уносит у нас ботл. Еле-еле летит этот курьер. International, 37 игр просмотрено. Пас. Смотрел все-таки матчи International. Ну, до нас ему далеко. В любом случае, после вчерашнего 1 на 1. Да, вчера 1 на 1. Мы нормально так подобузили. Ну, сколько? У меня там? Уже просто 50. Это тоже может быть такого. Я просто еще не все матчи подобузил в плане, ну, реплеев там, ну, и так далее. Я тоже, да, не особо парился, но... Это все можно будет сделать в течение года, второго, третьего, все матчи доступны. Я знаю просто, что я в секрет-шопе потом себе накуплю каких-то крутых фишек, да, полезняшек, вкусняшек. Магнитик с Сиэтла. Конечно, обязательно магнитики будут. На самом деле, если у кого-то есть знакомые из Портленда, пусть тоже привезут магнитик в Сиэтл, там недалеко. Ну ладно, в общем, пока мы тут отвлекались на общие темы, понятное дело, что ничего не произошло, алхимик будет играть через Battle Fury. Даже так? Друг Вангард. Даже так, какой Вангард, ты чё? Урна ПТ Вангард. Но по гайду. Герой не тот немного. Спектра ретард. На топе вышки тем временем пушится очень сильно уже. Там третий флейк, второй Рокет Бэрридж. То есть гирокоптер сейчас может просто пойти в соло там сбрить эту пачку крипов, вообще не напрягаясь. Чем, собственно, сейчас и занимается. Да, еще и посмотрим.